проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Утром 2 октября в округе раздались звуки громкоговорителей. О плановой проверке электронной системы оповещения населения жители предупреждали заранее. В ходе тренировки была проверена работа 39 громкоговорителей, посредством которых в случае возникновения чрезвычайной ситуации до жителей округа доведут информацию о необходимых действиях. 2 октября на территории Московской области и городского округа Щелково проводилась тренировка и проверка системы оповещения. Внимание всем! В ходе этой тренировки включались электронные системы оповещения, громкоговорители на всей территории городского округа Щелково. Жителям Щелково и гостям нашего округа не стоит волноваться. Все проходит в штатном режиме. Система оповещения отработана. В случае необходимости, кроме громкоговорителей, для информирования граждан будут незамедлительно задействованы такие информационные ресурсы, как телевидение, радиовещание, СМС-оповещение. Для безопасности граждан также работает мобильное приложение 112МО. С начала года им воспользовались более 12 тысяч жителей Подмосковья. Сообщить о том, что вам нужна помощь, всегда можно по телефону 112. На том конце провода сотрудники ситуационного центра администрации округа ответят 24/7. Здравствуйте, 112 Щелково. Вы что у вас случилось? Виктория Мельник, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.